очень часто приходится слышать, читаю, знаете, приходят сообщения. И плюс, конечно же, я мониторю то, что пишут у меня под видео. Люди некоторые пишут, что ну а что делать вот этим вот переселенцам? Они ведь приезжают из Ирака. Смотрите, дело в том, что мы, и я тоже в том числе, как мы себе представляем Ирак? Ну вот давайте, это, знаете, что-то такое приходит из американских фильмов, где там все разрушено, валяются всякие трупы и тому подобные вещи. Город, который я сейчас вам покажу, не является, отнюдь не является одним из самых там богатых городов Ирака. Но видели ли вы такой Ирак? Особо прошу обратить внимание на обмены валют и автопарк. Еще что хотел бы добавить. Мне, конечно, лестно читать, что я вот такой вот там молодец. Я молодец, потому что я смог собрать лучших. И когда вы благодарите меня, знайте, что вы благодарите всю команду, которая работает для того, чтобы вам было интересно. Эта команда очень небольшая, но там лучше. Yeah, you can.